Я сейчас буду играть в StarCrusher. Купил випку. В принципе. Давайте посмотрим. Как видите, да, я купил випку. Да. Его вип. Не знаю, что за тайп. Почему так странно делали. Видите, как прикольно. Это из-за випки. Шикарно. Так, да, получается автосалон. И у меня доступна вот эта тачка, по идее, нет. Доступна, я не знаю. А, у меня денег не хватает. Эта тачка мне доступна, но у меня не хватает денег. Ебать. У меня сейчас получается эта тачка, да? Ценность 18 миллиардов. То есть она дает 18 миллиардов. Это 21. Это 25. Окей. Наверное. Ладно, поехали фармим. Сейчас накоплю на новую тачку. Вот. 2,5 триллиона. О, нет, только слотная яма. У меня же это еще новые крашеры, кстати, разблокированы, точно. Но я их сейчас протестирую. One second. Надо в этот, в кислоту заехать. Че хочется поскорее себе купить это Superhuman, чтобы я не умирал от крашеров. Но его можно будет включать в настройках. Вот я его включу там. А то не хотелось бы мне умирать от каких-то крашеров. Ну то есть мне просто лень там от них убегать, вот это все хочется просто взять и включить, да. От ядерного взрыва все равно, конечно, буду умирать, но это похер. Ну давай заезжай. Твою мать, заедь. Так, я не понял. Че он не заезжает? В смысле, это колесо ударяется? Да вроде нет. А что не так? Можешь там это, может тебе затянет как-нибудь? Я не знаю, он застрял. Типа, самый крутой? Он туда не заезжает. Из-за чего-то. Вот сейчас ты заедешь? Ну заедь. О, давай, давай, быстрее. Что? Ладно, хотя бы так. Ты, по-моему, немного анимацию изменили, но я не уверен. Анимацию вроде реально изменили. Да, по-моему, поменялось. Так, ну все, короче. Давай, мне еще немного осталось. Хотя нет, довольно много вообще. Ладно. А куда здесь можно? Падение? Ну нет, конечно же, кислотные. Камера. Мне бы здесь сделать, чтобы он туда, конечно, нормально мог заехать, но, походу, не получится. Ладно, давай отсюда не поедем, короче, ну, нахер. Давай в другое место, лучше. Давай, 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 вперед, вперед. Ладно, протестирую-ка я, пожалуй, новые тут прикольчики. Да, компрессор. Что такое компрессор? Сейчас узнаем. Так, давай, 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 вперед. Вперед, вперед. Кстати, я купил Portal и Portal 2, буду в них играть потом. Невозможно даже не сегодня. Но я не буду играть, имейте в виду. Так, давай, заезжай. Ну, давай. Блин, я реально не могу заехать. Стой. Нужно прям ровно как-то так делать. Давай, 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 заезжай. Да, наконец-то. Я не знаю, что здесь. Ну, ладно. Ну, я так понимаю, просто компрессор его прям сожмет жестко. Вау. Так, давай. Включить конвейер. А, он туда упал. Блин, нет, не упал. Блин, а чё-то как-то фигово, стой. Открыть. Вон туда упал.
Он все-таки упал туда. Давай, 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 сожми его, сожми. А, он удох, лох. Его все-таки убило. Не, не, не надо мне такого. Чести, спасибо. Ну, кстати, не особо крутой крашер, мне он не совсем нравится. Но он прикольный, конечно, но... Стоп, что он в воздухе завис? Что с тобой, чел? Ну, крашер такой себе. Прикольный, конечно. Но для больших транспортов он в любом случае не подходит просто. Вот давай падай туда полностью и давай уничтожим его. Где он должен сейчас полностью сдохнуть? Ну куда он наверх поднимается? Что, почему? Он, кстати, много денег будет. Что? Куда ты вывалился? Открыть. Давай, падай, падай туда, ну. Ну. И уничтожить, давай, полностью. Наконец-то, боже мой. Так, хорошо, этот крашер мы проверили. Прикольный. Давай сюда. Ну, давай, заедь нормально только. Во! Я научился, все, так. Все, сейчас его тут немного испепелит. Ну, типа. Давай, заполняйся. Где 18 миллиардов должно дать, но это как-то не совсем. Не знаю, там стоимость была 18 миллиардов. Ну, глянь, возможно, сейчас дадут, кстати. Ну да, 18 миллиардов. И вот тут стоимость 18 миллиардов. Здесь 21, здесь 25. Здесь. О, у меня будет эта тачка. Вот это, он почему-то более стоимый, чем вот это. Хотя тут, да. Интересно. Понятно все. Что это за тачка у меня будет такая? Вау, это Бэтмобиль? Ну это супермобиль, но всем понятно, что это, скорее всего, Бэтмобиль. А выглядит круто. Скорость какую? Какая у нее скорость? Сколько? Сейчас, подожди. 123. Скорость прям сильная такая. Блин, кстати, эта тачка реально красивая. У меня, короче, есть такая фигня сейчас. Блин. Дополнение. И у меня есть, получается, вот это. Но это уродует автомобиль. Но типа он как-то некрасиво с ним выглядит. Все это красивая тачка, а вот это, ну, бе. Да. Поэтому я это не беру. Не, я оставлю пока вот эту сейчас. Надо нафармить. Там чуть-чуть осталось. Сейчас будет новая тачка Бэтмобиль. Так, пушечный выстрел. Что это? Это пушечный выстрел, в принципе, логично. Блин, шины, кстати, мне не нравятся, я бы их поменял. Секунду. Тут это нельзя сделать. Ладно. Заново. Мне кажется, ли мне это респаун стало быстрее, ну. Если да, то круто. Давай, заезжай. Ты что, почему ты застрял? Так, еще раз. Еще раз. Все. Я здесь куда-то упал. Где я вообще? Что? Где? Емать, что это? Что это за крашер такой? Я не знаю. Я так понимаю, я выстрелю типа этим, и он куда-то... Моя машина полетит. Интересно, кстати. Понимает, на один раз часы. Нужно как-то забраться туда. Давай, 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 давай. Ну, спасите меня кто-нибудь. Блин. Ладно, давай ресетнуть, короче. Вернусь сюда и выстрелю. Да. Давай, быстрее. Вперед, вперед. Бежим. Вау! Меня чуть не сбили, черт. Ладно, если что, я это раздроблю, короче. Своим ломом. Давайте попробуйте подойти, я вооружен.
Так, тачка, по идее, там осталась. Все, идем. Мог, конечно, там зайти, ну ладно. Сейчас. Ну, я так понимаю, мне просто машина очень далеко улетит. Так, давай. Огонь! Блин. Че он? Да фигня какая-то. Что это? Это хрень. Ладно, это полная фигня. Я, в принципе, предполагал, ну, блин, я надеялся, что... Ну, посильнее можно же было. 20 деталей, но я думаю, это довольно много. Так, блендер. По-моему, есть блендер. Блендер. Да. По-моему, он уже есть. Типа, за бесплатно, разве нет? Вообще, да. Правда, я не знаю, где он есть где-то. Сейчас я даже хочу его найти. Да, правда, ладно, я не буду его искать. Мне появится новая тачка, я его поищу. Ладно, я пока не хочу блендер, хочу что-нибудь поприкольнее. Стиральная машина, во. Да блин, заедь. Тачка. Ну давай, ты сможешь. Или не совсем сможешь. Стой. Бежим. Вот это его потрошит, конечно. Ну, вообще, если так-то подумать, фигня полная. Моя тачка вообще никак не разрушается почти. О, все, наконец-то, новый транспорт, ладно. Начала, кстати, разрушаться, да. Что вообще в инвентаре может быть? Ладно, пусть пока оно уничтожается, а теперь у меня есть супермобиль. Давай его, может, сразу прокачаем. Там мощности всякие, да? Поршни двигателя. Вот это. Все вкачаем. Все кредиты просто слил в эту тачку, да? По приколу. А ну, а. О, поехали. Подожди, стой. Что? Почему я назад еду? А, это баг точно. Я что-то про него забываю. Так, короче, я хочу найти этот. Да что-то меня врезался, идиот. На, тебе, теперь тебе не поздоровится. Ну все, пупсик, зря ты это сделал. Да. Так, короче, где у нас блендер? То есть блендер есть тут, да? Я не до конца понимаю, конечно, что это за блендер, что он делает. Но я видел блендер. Ай, он мне одно колесо сломал, черт. Я видел что-то наподобие блендера. Ай, он продолжает за мной ехать. Вообще дебил. Кончен, ну все, я за тобой в погоню. Ну иди сюда. На! Да блин, у меня тачка сломалась. Стой. Ладно, ресетаемся. Да дай мне блендер найти. Блендер есть за Game Pass, но есть еще какой-то блендер у меня. Иди сюда, пупсик. Получил? Все. Так, вот тебе. Так. Что-то наподобие блендера, да? Ну, я не вижу. Сейчас, по-моему, есть какая-то фигня, которая вот так, типа, крутится. Тут есть, получается, блендер. Так. Вот это что, подожди? Это что-то новое? Даже не переведено, что это. Е-мать! Это надо включить, типа. Сейчас, подожди. Интересно, я не знал, что это есть вообще. Так, это где, в каком ряду? Вот это вот тут. Сейчас попробую обужить, короче. А, вот все, включено. Поехали, вперед! Нет колес, вообще ничего.
Ну вот тебе блендер нормальный. По сути, кстати, а это очень круто. Это очень крутой крафшер. Это, короче, какой-то новый вместо какого-то, и он довольно крутой. Хороший, хороший. Ну вот, по сути, это и был блендер. Ладно, сейчас хочу посмотреть, что там за такой другой блендер. Сейчас узнаем. А, чувак, что это? Я вот, к примеру, не знаю. Реально, это, по сути, просто... По-моему, раньше был бесплатным, серьезно. Хотя, глянь, денег... Ну, это фигня полная. Нет, это не стоит того. Убирать отсюда добавили. Так, поехали еще раз в четвертый ряд. На... Давай посмотрим. Миниган. В принципе, наверное, самое интересное. А, ну просто расстреливают вот так вот. Ну, ща, да, дай проехать-то. Ладно, надо подождать. Вот тут вот самые крутые. Премиум крушитель. Тут ядерная бомба. Сторм. Премиум крушитель. Я не знаю, почему тут ядерная бомба. Как бы тут она, наверное, должна быть. Не совсем. Ладно, так. Все, могу заехать. Могу заехать. Что-то мне подсказывает, что лучше мне, наверное, отсюда немного уйти. Вот, и включить. Огонь! Прикольно. Все, минус тачку, что ли? Что-то как-то быстро она сдохла. Прям реально очень быстро. Ну, короче, самый крутой здесь, это, наверное, как бы странно это не было, это компрессор. Это не компрессор, если что, это мусоропровод. Забросил свою тачку в мусор. Так, следующая тачка за 4 триллиона. А, это долго как. Ну ладно. Вот, я планирую здесь назначить. Получается, суперхьюман. Дополнительно крушители. Да. И чуть-чуть. Так, поехали в этот. О, что это? А давай зарегистрироваться, наверное. Только чур я на этой тачке. Очень надеюсь, что я буду на этой. Так, ну в теории я могу быть на ней, по идее, наверное. А вот не знаю, кстати. Давай наверх. Компрессор. Ну этот, короче, конвейер включаем. И сам компрессор тоже. У меня была там, помню, огромная тачка. И ее далеко не сразу уничтожила. А здесь маленькая тачка, по идее, сразу уничтожила, да? Сколько там? 21 лям должны дать. Дают у 17.74. Должны дать 21. Почему? Почему так мало? Ну, типа, ладно. Надо должен принять и просить. Так, короче, я сейчас скоро буду в гонке участвовать. Надеюсь, на этой тачке, если на этой, то я думаю, я выиграю. Правда, я не знаю, где эта гонка. Блин, тормоза, кстати, реально фиговые. У меня, скорее всего, с тормозами будет проблема. Я разгонюсь, но не смогу нормально затормозить. Не, я думаю, вы немного не поняли. Я хочу чуть-чуть на другой тачке. Что, где эта тачка? Я могу на танке? В смысле, можно я использую свою? Что, где нормальные тачки? Ну, мне дали! Что это? А, ну, кстати, выглядит прикольно. Не знаю, что это за тачка и крутая ли она, но мне дали какую-то тачку, да. Не, она какая-то дерьмовая немного. Так, ладно, я пока вроде выиграю. Ну, мне дали. Не, она выглядит, кстати, прикольно, но... Я, конечно, хотел сам выбрать. Я хотел вот эту свою крутую, но что-то мне ее не дали. Прикольно, мы прям, кстати, катаемся. Не, на внешний вид мне тачка, кстати, нравится, но так-то она фигня. Внешний вид в гонке не особо так-то важен. Так, ну тут естественно. Гузы. О, ну, кстати, авто с первого лица нормально. Давай, вперед. Вау! Да, газуем.
Запредельная скорость. Я могу, кстати, в теории вылететь сейчас в море. Но вроде не вылетаю. Или в океан, я не знаю, что это. Так вот тут на сильный удар такой. Так, ну второе место, в принципе. Ну из-за того, что мне тачку не дали выбрать мою, которую я хотел. Сколько здесь кругов вообще? А вот сколько процентов я дороги прошел. Тут скоро уже закончу. Куда тут дальше? А, ну охренеть. Кто это был, значит, что мне надо было ехать надо? Что, где я вообще? Давай, немного осталось. Какую-то дерьмовую мне тачку дали. 58 миллиардов, это много. Или мало. Нет, в смысле много. Это до хера. Да? Это за то, что, ну, типа, я в гонке поучаствовал. Ну, это выгодно. В принципе, что это? Да не, не буду я пропускать. Хера. Так, ну короче. Вот у меня есть вот эта тачка, за нее дается 21 миллион, и то мне его почему-то туда не дали. Так, ну у меня, короче, есть випка, и я смогу на вот этом приколе кататься, кстати. Он много дает. Вот это. Ну, кстати, обычные тачки тоже крутые. Вот плазменный танк, это. Вот этот боб огромный. Вот это сверхскоростная тачка. Могу вот это использовать. Круто. О, это что-то, кстати, я не знаю. Что тут за тачка, я вообще впервые вижу. Новая, походу. Сколько? Чего? Магазин робуксов. Так, что я могу купить? Ну, нихера не могу купить, но вообще. Стоп. Не, ну, кстати, в теории я могу купить вот это. Ладно, я не буду. Кредит, ну, мне кредиты вообще нахер не нужны, серьезно, вообще нисколько. Кредиты бред. Лучше покупать не буду. Ладно. Так, ну, получается, могу эту тачку модифицировать еще. Ну, за запчасти я хочу вообще так сделать, да. Ладно, поехали. Так, давай в кислотную камеру, не знаю, по приколу. Ну, короче, хочу еще купить дополнительные крушители и этот суперфильм. Вот хочется уничтожить тачки, варим долго, ты ему сам тачку. Ну, я не знаю, буду я тут участвовать, нет. Не-не-не-не-не, он меня пригласил, я не хочу. Но мне опять какую-то дерьмо тачку дадут. Не, если на это я бы хотел попробовать еще. На быструю. Но я очень уверен, получится ли вообще. Вот, глянь, тут дали 21 миллиард. А там нет. Что за бред? Я недоволен. Тогда на ней погоняем чисто. Тут с тормозами, мне кажется, не проблема. Ну ладно. Но скорость адку развивает, конечно. Хорошо. Давай! Смертельный трюк там или что там? Вау, так. Вау, куда? О, стой, можно было прям туда, кстати, прилететь. Я хочу попробовать еще раз. Газуй. Но это, конечно, немного не то. Ой, что, куда я? А! Ладно, вот, вот это. И прямо в это, в аэропорт. Ну, блин, не получилось. Какая-то максимальная скорость, там, 500 с чем-то. Ну, давай сейчас попробуем. Так, поехали.
Вперед! Давай, 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 нормально, поехали, поехали. Все, запредельная скорость. Вперед! Нормально, до 500, по идее, должно дойти. Ну, как раз максимум 500 с чем-то. Давай! Все, максималочка, 523. Вперед! У меня даже часть разлетела типично. Вау, как далеко, ебать! Прикольно. Имело смысл. Ну, давай его тачку разрушим, прикольно. На, получай. Больше у тебя нет тачки. Минус колесо, минус колесо. На, тут все уничтожил. Все. Насквозь пройдем твою машину. Блин, а вот это, кстати, я не могу уничтожить. Все раздробил. Стоп, ты иди сюда. На. Ну давай это вот танк таранить, короче. Что у тебя тут за сун такой? Ай, прям по колесу. Это, короче, джиггернаут. А, нет, прям по двигателю. Да блин, включи этот на. А, получай. О, этого надо уничтожить, кстати. Я не знаю, за кого я, но я за кого-то. Глянь, уклонился. Ага, сейчас ты не уклонишься. Давай, 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 давай. Иди нахер. Да блин, блин, ты вообще офигел. Шалевший. Разгон берем. А, понятно. Ну давай найдем по приколу. Я, правда, не до конца понимаю, где он должен находиться, но давай поищем. Так, найдите сундук. Ищите сундук, ищите сундук, найдите сундук. Ну ладно, поищем. Чего раз уж сказали, найти, так найду, наверное. Поехал. Я не до конца понимаю, где он должен быть. О, стой, это что, ракушка? О, ракушка, кстати. Ракушка, это прикольно. Плюс 200. Все. Давай, поехали. Вперед, вперед, вперед. Не до конца понятно, где должно быть, но вообще пойди, может быть где угодно. Я не знаю, зачем я это ищу, мне просто хочется это поискать. О, там, по-моему, что-то есть. Тоже ракушку, что ли? А, это кам. Ну, кстати, можно не тут проехаться, здесь там может быть тоже. Но если по картинке искать, тогда должно быть, да, около этого парка. Но если не по картинке, не знаю, имеет тут смысл или нет. Так, ладно, тут ничего нет. Поехали к... Сюда, короче. Ай. Где это должно быть? Ладно, я вроде понял, где. Ау. Ау. Врезался эпично. Ну, типа эпично, так. Ну все, должно быть где-то здесь тогда. Ну, если по картинке, опять же. Если ей верить. Не, ничего не обнаружил. Не знаю, где это было. Вроде никто не нашел. Ладно. Давай, адки разгон. На гору. А, что-то отлетело. Это запчасть. А, держись. Поворот. И сюда. О, разнес тачку. Ладно, постоит пока что моя тачка АФК, я на ней, не знаю, потанцую. Тут рядом просто постою. Это АФК немного.
What the fuck, что это было? Я это сейчас сделал, чтобы посмотреть, может быть, это робокс, но перевелись. То есть мне нужно прийти 716, может, какие-то робоксы уже пришли, они, в принципе, могут уже прийти.
короче, я хочу это пойти в дерби. Мне прям сейчас хочется с кем-то жестко потраниться. Вот, я буду, ну, на этой тачке, в принципе, играть. На этой тачке всех таранить. Вот, где здесь дерби. Вот. Ну, это, наверное, вот это. А куда мне, подожди? Опытный, лучшая тачка, вот это. Ну, наверное, лучшая машина, наверное, сюда. Я не знаю, на каком я уровне. Мне нужно, что автобус будет. Берем. Чего, почему? Почему, в смысле? Что за говно? Где? Зашел в этот, в дерби, который крутой. Разве нет? Почему там только первого уровня? Непонятно. Еще раз. Вот я хочу в дерби, да? Сейчас я зайду в дерби. Начинающий опытный про. Ну вот я сюда захожу. Почему-то только первого уровня, что говорят. Почему? Я не понимаю. Ладно, не буду тогда в дерби играть. К сожалению. Да. Вау, ну это трудно. 5 игроков. Ладно, буду играть не в дерби. Раз уж я по сути не могу играть в дерби. Не понимаю, почему. Ну ладно. Не разрешили. Эта тачка меньше разгоняется. Ой, эту тачку надо раздробить. Иди сюда, пупсик. Да. Блин, что тут моя тачка? Она плохо ездит теперь. Это не удивительно, наверное. Черт. Вот мой пупсик.
Понился. Куда? На! Все, произошел полет. Ау. Больно. Короче, да я что тут по настройкам? А что за... Что это за фигня? Второй титул. Триллионер искушный искушитель. В смысле тег? Что такое тег? Триллионер искушный искушитель. Что ты там мою тачку бьешь? Что за теги? Типа в чате? Получил? Ты нехер было меня бить. Ну, я его убил. Ему еще пофиг. Ладно, я в четвертом ряду спавнюсь, да. Короче, буду тут фармиться, наверное. Хотя я не знаю, хороший ли это фарм. Мне кажется, лучше в другом месте фармиться. Потрошитель. Ладно.
О, магнит переделали. Раньше он другой был. Вау, тут стиральная машина, это тащит.
Explosion imminent. Evacuate the facility immediately. Вау! Какое самоуничтожение ядра! Оу, черт! Твою мать! Это лодка? Не нужно на лодку. Быстрее! Фу, все, я тебе лодку. За лодку больше дают. Давай нормально сидим. Сейчас уплывем отсюда нахер. Фу. Активировал, по-моему, что же не дала. Ну спасибо, блин. Блин, а мне много, кстати, денег дадут. Нормально, нормально, хорошо дадут. Давай, 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 давай. Где вертолет? Вот там вертолет есть, и там уфигел. Вау. Нормально. Если что, там нельзя в аэропорт спастись, но тебя все равно убьет. Убьет, убьет там все равно. О! Получил ачивочку. Получил 110 миллиардов. Я уплыл. Не, не надо.
О, тоже изменили, кстати.
короче, накоплю 5 триллионов и пойду в Epic Mini Games. Странный какой-то симулятор, но ладно, бывает. Короче, я хочу попробовать пойти на large сервер. Обычно large сервер у меня лагает, но я сейчас хочу посмотреть, он будет у меня лагать или нет. Вот, у меня лагает вообще обычно, но надеюсь, что тем будет лагать. Просто у меня мега крутой компьютер, и потому что это лагает. Вот это зло. Сколько у меня яиц? 24. Что я могу купить? Так, ну я коплю на посох, в принципе, так что продолжаем копить на него тогда. Так, эффект смерти у меня есть, да? Да, я рэгдолл купил. Немного он баганный, но похер так. Ну типа вот сейчас. Ну да. Ну ладно. Так, а это вроде не трудно. Так. Сейчас буду уклоняться жестко. Наверное, это закрою. Давай, я готов. Так. Уклоняемся. Пингвины эти тупые. Пока что легко. Но со временем будет все труднее и труднее. Будет больше со временем. О, яйцо.
Прыгать здесь, если что, нельзя. Не, ну, кстати, в этот раз было очень легко. Но это как-то реально рандомно. Иногда прям вообще жесть, а иногда... Нормально. Это сейчас прям легко было. Как вроде не лагает, кстати. Обычно после первой мини-игры лагает. На лайв-серию. Да, у меня там, ну, крутая видеокарта. Все крутое. Но у меня реально в Роблоксе лайв-сервер лагал. Два раза. Вот сейчас не лагает. Я не знаю, это Роблокс виноват, сервер виноват. Вообще выглядел реально так, будто у меня не тянет. Сейчас нормально вообще. Просто помню, я заходил, меня не лагал, но после первого мини-режима прям вообще жить все это. Ну, все друг друга бьют, я тоже вообще-то могу бить. На, получай. Откуда мне не надо кликать? Не-не, ладно, все. Мир. Давай этим спамить. Так. Шариками. Не, ладно, факел лучше. А! Живем. Ой, яйцо собрал. Так. Черт. Ну, режим, кстати, прикольный. Черт. Живем. О, нет! Вау! Живи! Чёрт. Нормально идет, хорошо пока. О, вообще шикарно. Ну, мне этот режим нравится, он прикольный. Но, кстати, на нем один раз умер, да. Ну, я помню, недавно именно. Я на нем далеко не один раз, наверное, умирал. Но помню, вот когда... Странно, кстати, ну ладно. Зарядка пушки. Чё это? А, я вроде знаю, что это. Да-да-да, тут, короче, на кнопки надо кликать. Так, распределяемся нормально. Это моя зона будет. Так, ушёл. Воу-воу-воу-воу-воу! Много-много. Нет, мы проиграли, чёрт. Ладно. Ну, это почти, наверное. Не знаю. Лягушка тут. Тут самое прикольное, это инструменты. Так, что тут по донатам, кстати? Так, двойная прибыль, двойной питомец, двойной эффект. Двойной титул бы добавили. А что это дает? Получить 1000 монет плюс 5 монет при победе дополнительно. Угу. Мне кажется, лучше двойная прибыль. Ну, ладно. Ну что купить? VIP? Или купить деньги? Или купить X2? Правильно, от этого вообще ничего. По крайней мере, я собираюсь вообще тут ничего не покупать. Так, тут прыгать можно, главное об этом не забывать.
ну все. И то, и то! Еле успел собрать, блин, надо не забывать. Фух, ну короче, не лагает, круто. Чё это? Что это за страшилище? Ой-ой. Это, кстати, по-моему, за какой-то режим дается. Типа в режиме это можно получить. Не, кстати, ущербно будет. О, так, битва на инструментах. Это вроде само все исчезнет, но я не уверен. Похер. Так. Фух, блин, вот много игроков будет трудно. Что это за страшилище, мне кто-нибудь объяснит? Я его боюсь. Это хоррор? Так, короче, куда идти? А можно здесь прыгнуть? Кстати, вполне себе возможно. Лучше это не проверять. Так, тут если что, оружие падает с небес, типа ты их подбираешь и пайтишься. Блин, иди нахер, Опа, оружие. Два оружия. Твою мать, уйди. Да твою мать, он меня убил воздухом. Он меня реально воздухом убил. Но не получилось. Да, эту музыку напоминает мне Geometry Dash. Нет, легко. Ну, смотря за кого ты играешь, хотя если ты играешь за этот шар, то ты в любом случае выиграешь. Так, ну это не трудно. О, прикольно, кстати, мне нравится эта херня. Это питомец? А, ну, нет смысла. Давай! Мать, что тут? Алло, дебил. Куда пошел? О, как? Я же перепрыгнул. Да блин, иди нахер. Не считай, что я выиграл. Что, как? Я вообще покатался на этом шарике. Да не так, как меня убило, да. Я считаю, что я не был. Боже мой. Да пошел он нахер. Ну это тоже легко. Ну что, одна секунда это не считает. Не дайте ему задавить вас. Ну, не дам, наверное. Не дави меня.
Нет! Блин! Чёрт! Как они там выжили? Стоп! Там можно выжить? Да как они там выжили? Чё? А, это баг был. Так. Да я хотел бы купить этот. Фальшивую подделанную C4. Прикольная штука. Можно игроков наклеивать и имба. О, я могу, кстати, купить вот это. Блин, может купить. Нахера мне это? Нет, я это не буду покупать. Потому что у меня титул бессонный и вот такие вот типа зэшки. Это прикольное сочетание, мне нравится. А, класс. И это должен быть с кем-то, да, ну что-то не с кем-то. Наверное. Я так понимаю, я не выживу, да? Потому что, ну, что-то у меня немного нету напарника. Потерялся он, и что? Где мой напарник? Это вот тот, что ли? А, стоп, это две комнаты? А, две комнаты, я не знал. А, тогда мы сейчас сдохнем, наверное. Я думаю, это, короче, стекло. Ну, скилловый, что? Так, ну я пока ничего не вижу, вот. А, ну мы выиграли на идее вообще. Без каких-либо проблем. Так. Как в футбол играть, я не знаю, как. В прошлый раз, когда в него играл, я не понял, как в него играть. Буду на воротах, наверное. Где мяч? Я не знаю, где мяч. А вот он. Да твою мать, что? Я ничего не понимаю. Да боже мой, я ничего не понимал. Блин, ну много игроков в футболе, это, конечно, немного проблематично. Просто мне что-то вообще мало лучше понятно нам. Диск судьбы. Вот это прикольно, кстати, режим. Чего? Я вечно удивляюсь, когда мне дают что-либо за выполнение ежедневных заданий. Вот как понять, следующий предмет мне дадут за какое, ну, за какое количество ежедневных заданий. Да. И как понять, сколько я уже таких выполнил. Мне могут сказать каждый раз, когда я захожу в Epic Mini Games, немного игра их дают. Киловый? Он специально что ли сделал? Он не хочет, чтобы мы сдохли, что ли? Он походу не хочет, чтобы мы умирали. А, ладно, походу он хочет, чтобы мы умерли. Просто он тупой. Понимать!
Я просто спрыгнул! Черт! Ладно, это слишком гениально. Вау! Вау! Вот это бомбежка. Пипец. Утонул под конец. Причем дали какой-то новый непонятный предмет, что-то. Это, я так понял, просто напиток, да? Ну, наверное, это просто напиток. Ну, давай экипируем, посмотрим, что это. Обычный напиток. Убрать. В принципе, тут все, что мне нужно, есть, там, да, самое крутое. А, ну это просто тупо ходить, это не особо интересно. Карта вообще долбанута, что это? А, во, нормально получится. А. О, мы выиграли, круто. Не знаю, зачем я... Ну, вроде, кстати, это не покупал, вроде бы мне их давали. Не, вот это я покупал, там, да, это понятно. Да блин, этот грёбаный рандом, один из моих самых нелюбимых режимов. Что это? Это реально рандом. Ну чем? А, нет, стоп. А, нет, все-таки рандом. За что? Как понять? Это реально тупо рандом? Ну, это куда херово. Я думаю, желтая самая крутая. Мы утонем, да? Я так и знал. Но почему сюда мало людей пошло? Это реальный рандом? А как они определяют? Никак, реально? Блин. Я не знаю. Походу, серьезно. Ну... Кончится рандом. Ненавижу, наверное, рандом. Все? А, магазин такого нет, ладно. Ну, я коплю, наверное, робуксы на инструменты. Да. Это я не знаю, как здесь выиграть. Нижняя авария, я не знаю, что это за игра. Наблюдение за орлами. Так и как это выиграть там? Ушедший колдун, не помню, что это. Дайвинг через кольца? Черт, ты должен здесь выиграть. Это дайвинг через кольца, где я должен выиграть сейчас. Так, давай. Поехали. Так вот, кольцо номер один. Раз. Черт, так ладно, два. Так, 3, нормально. 4. Ай, черт! Черт, твою мать! Как здесь выиграть? Я должен здесь выиграть. Я должен выиграть в дайвинге через кольца. Ради ачивочки. Ну не ачивочки, а.
Возможно, конечно, ради чего. Что? Как? Грёбаный. На. Ну, надеюсь, я выиграл. Пожалуйста, мне нужно выиграть 49. Твою мать! Ну конечно, я здесь не выиграл, потому что как здесь выиграть, как? Короче, мне нужно выиграть в дайвинг через кольца, я не знаю, как здесь выиграть. Так, ну черточка, ну я не знаю, что это. Наблюдение за орлами трудно. Нижняя авария, что это? Поиск от балкона, я вообще не знаю, как тут обобить. Короче, ужас полный. Я не знаю, что вообще там делать. Каракатание. Ну, тут немного бага наработает. Но я попытаюсь. Но самое главное, не торопиться. Времени дается достаточно. Не, ну знаешь, это довольно легко сейчас. Но есть, короче, некоторые карты, на которых прям очень трудно. То есть это в зависимости от карты. Вот это стандартная, легкая. А если прям вот помню одну карту, то там реально как-то багано, мне кажется. Ужас. Чё, кто какие-то звуки издает? Странно очень. Only eggs can sustain me. А чё облака исчезают? Подожди, они прям тут исчезают. Что тут происходит вообще? Вот это новая карта, но я на ней вроде два раза только играл, она прям вообще какая-то странная немного. Интересно, странно, привет. Да, кажется, немного баганая, возможно. Ты просто сходишь вот так вот облака красишь. Их потом перекрашивают по-любому кто-то. Ну, не знаю, по ощущениям мы более чем выигрываем. Я думаю, мы выиграли тут, мне кажется, у них без шансов. Это было очевидно. А чё, выигрываю 28 против 16, что-то как-то, по-моему, было в 10 раз больше. Ну ладно, я не знаю, что это было вообще.